Всем привет! Я в магазине Остин. Взяла вот кое-что померить, примерить вам, показать, как что сидит. Это вот мое пальто, которое я купила. Новое. А это я сейчас буду примерять. Первая — это вот такая толстовочка. Цена 1800. Толстовочка мерила 48 размера. И вот внутри. Следующий вот такой голубой свитерочек под горло. Это 46 размер. Так что, кто будет заказывать через интернет, он на 50, и смело можно 46 заказывать. Он свободненько, вот видите. Размер 46. Он с белым вкраплением. Голубой с белым вкраплением. Спущенный рукавчик. Вот такая вот рубаха из фланели, клетка. Но здесь мне не нравится воротник, прям очень стоечка такая, даже если расстегнуть, он смотрится как-то не очень красиво. Острые какие-то углы. Размер, вот, по-моему, эльку я взяла. Ну вот, широкую оверсайз. Рубашка стоит 1799, и 48 размер я это мерила. Ну, оверсайз, скрадывает животик. У кого есть, по качеству очень хорошая рубашечка. А эта рубашечка белая, тонкую голубую полоску. Бангладеш изготовитель и 100% котон. Немножко, видите, просвечивает, ну, совсем немного. По бокам есть разрезики. Материал такой немножко как будто сжатый. Ну, так смотрится. Освежающая такая рубашечка. Цена 1500. Вот так хорошо видно. Можно так подвернуть рукавчики. Свет тут не очень хороший, отсвечивает. Здесь тоже. Рубашечка очень хорошая, освежает прям. И материал приятный. 1500. На пуговках. Пуговки спрятаны под планочкой. Черная в бирюзовую клеточку. Размер я мерила элька.
оно такое тонкий синтепон на осень, либо на теплую зиму. В Зулу можно тоже зайти, здесь тоже, здесь небольшие цены, кстати, на товар, и есть неплохие вещи. Брючки вот такие интересные. Молния спереди застегивается. $1799. Кардиганчик какой симпатичный. Он немножко с блестками еще. 1200 его цена. На видео блюсток, по-моему, не видно. Ну, Рюлекс. Пропущенная нитка. Блестящая. Трикотаж от 999 рублей. На этот 1299 стоит. 1499. Сиреневый. Большой выбор очень пуховиков. Пальто, куртки в магазине. Очень большой выбор. Сколько скидки до 30% на верхнюю одежду.